Следующий, а следующий год какой? Вот. Понятно. У вас тут вы украшали? Да, своей мамы. Мамы. И где у вас крыса? Покажите мне крысу. Вот она, вот она. Вот это крыса? Да. Она на ёжика похожа. Это крыса. Подождите, 208 кабинет. Присаживайтесь. А это был какой-то? А то был первый дед. Поднимите руки, кто вместе с родителями украшал здесь класс. А вот это их собственными руками все сделали. Красота, молодцы. Ну, домик мышей. Да. Да, я правильно говорю? Да. Домик мышей. Это какой следующий год, 2020 год, это год чего? Вот белой металлической мыши. Да. Металлической. Вообще-то я думал, что будут крысы, оказалось мыши. Вот у нас. Белая крыса. Сырная елка. Сырная елка. Оригинальная очень. Молодцы. Вот это дверку нарядили сами, видите? То есть, мыши делали сами. Дверку делали сами. А вот те елочки, которые шнурочком, кто делал? А снежок кто на окошко клал? Ну кто, говорите. А кто все-таки, родители или вы украшали? Вот та девочка говорит, которая в тумбу. Марин, говори, кто украшал? Это девочка. Какая девочка? Да, Лена. Настя, ты Киша. Ты кого же репетировала? Настя, то есть вы сами, Марина, да? Шамонина. Молодцы. Хорошо, вы своими руками мышь какую-нибудь делали здесь? Есть какая-нибудь мышь? Да. Покажите, где у вас мышь? О! Это вы своими руками такую сделали? Нет. Хорошо. Если вы выиграете конкурс, куда бы вы хотели поехать? Париж. Отлично. Париж. Вкус растут. Париж. Вкус растут. Хорошо, я имею в виду в Москве. Раньше, то есть есть разные театры, цирки, что там еще? Хэппи-лоны, нет? Да. Крем? Крем? Это Мальдивы. Да. Так я понимаю. Хорошо, мы будем Париж. Все, с наступающим вас праздником. Спасибо вас тоже. Что ты вы так грустно сегодня? Они как-то к этому уже каждый год спокойно. Я бы сказал, даже без интереса. Крыса есть. Елка есть. Ну, я бы так сказал. Ну, не так креативненько, как хотите. Не оригинально, да, да, да. А кто вам такие снежинки сделал? Присаживайтесь, ребята. Вы делали? Молодцы. Присаживайтесь, садитесь. Кто знает, какой наступает год? Год кого? 2020. Так, правильно. А год как, какого животного? Правильно, мыши, крысы, ну, в общем, правильно. Где ваша крыса? Куда вы ее сделали? Вот ваша крыса. Вот это я понимаю. Кто вам эту крысу украшал? Крыса, вот. У вас крысы есть. Крысы у вас шикарные. Дети наделали, сколько мыши там делали. Так, елку кто украшал? Еще раз руку поднимите. Молодцы. Кто приходил украшать? Кто приходил, помогал украшать, все делать. Молодцы. Куда бы, если вы выиграете конкурс, куда бы вы хотели поехать? На кремлевскую елку. В море. На море? Ну, тут всем классно. Молодцы. Да. Сейчас у нас здесь тепло. Вы посмотрите, снега нет. Да. В Азербайджан? Ну, это тоже возможно. Ну, ладно, поздравляем вас с Новым годом, с наступающим. Учитесь, умницы, будьте здоровы. Так, 212-й. Здравствуйте. У нас новая учительница приехала из шахты, у нас работает. Присаживайтесь. Это вы украшали этот класс? Нет. Это не ваш. Они с третьей Б. А это второй я здесь. Понятно. Здесь английский язык. Ясно. Ну как, вам нравится здесь украшение класса? Да. А у кого лучше, у вас украшено или здесь? Это ж третий был. Здесь, да?
Здесь лучше, да? Так, 212. Крыса хорошая, симпатичная. Елка. Елка европейская. Ой, привет. Здравствуйте. С наступающим вас праздником. Это вы приготовили класс? Да. Поднимите руки, кто участвовал в подготовке этого класса к оформлению. Ну, вы, да, вы с мамами. Да? Да. Кто такие прекрасные снежинки лепил? Ой, Кирилл ушел танцевать с мамой. Кирилл с мамой ушел танцевать. Так, какой год, следующий год? Год кого? Мыши, крысы, правильно. Где у вас крыса, покажите мне. Нас много. Вон еще, там еще на елочке, на елочке. А это мы елочку сами сделали с мышками. Это вы сами делали мышей, да? Да. Так, это какой у нас 200? Это 204. Четвертый. Так, за крысу вам хорошо, елка у вас хорошая, красивая. Если вы вдруг выиграете конкурс, куда бы вы хотели поехать? В аквапарк. Еще куда? Аквапарк. Египет. Финляндия, Турция. Вы молодцы. А где-нибудь в России? А? Так, ребят, хорошо, я по-другому скажу. Где-нибудь в Москве есть место, куда бы вы хотели поехать? Я запишу аквапарк, это интересно. Я бы хотел в Третьяковскую галерею, если честно. Тоже интересно. Финляндия. Турция, Финляндия, Египет, куда хотите. Хорошо. А помните, одна девочка сказала шопинг? Здравствуйте. Здравствуйте. Ух ты, у вас тут... Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здрасте. Так, присаживайтесь, кто не тут. А вы кто? А мы комиссия, которая смотрит на то, как вы прекрасно приготовили к Новому году свой класс. Это ваш класс? Да. Это первый класс. Руки поднимите, кто класс готовил к Новому году. Так. С мамой. Ну с мамами вместе, с мамами. Нет, у нас одни мамы. Одни мамы? Ну вы-то помогали? Да. Ну вот, видите. Теперь скажите, какой следующий год? Год кого? Год. Год? Год. Какого животного? Крысы, мыши, то есть да. У вас тут есть мысль, мышь или крыса? Покажите, где она у вас? Нет, нет. Нету. Ну, на елочке. На елочке есть хоть крыса? Должны быть. Хоть одна. Ну что-то с крысами у вас тут напряженка. Зато у нас и Дед Мороз. Елку кто? Мышка, хотя бы одна мышка есть. Ну прекрасно. А елку кто украшал? Мама. А вы-то хоть одну этот шарик один повесили на елку? Я дома цыська шарики повесила. Так, ясно. Хорошо. Хорошо. Последний вопрос. Если бы вы выиграли конкурс, куда бы вы поехали, поехали классом? Куда? Я в Турцию. Я бы поехал в Орлов. Я на море. Подождите. В Москве. Куда бы вы поехали? Нам? В Москве, в Москве. Да. В Москве. В Москве. Ну есть же цирки, театры, аквапарки. Я в аквапарк пою. Я тоже. Я в аквапарк. Все понял, в аквапарк. Крысят. Следующий год тут крысы. Вы уже старше возрастом. Это какой? Другой класс. А это не эти, да? Хозяин. А ваш класс какой? А, это третий Б, где мы были? Не были? Третий Б, мы были там. Там ну что, хороший класс? Кто украшал класс? Пока руки подними. Нет, не этот, тот. Я поняла, поняла. Тот класс кто украшал? Наши родители. А вы-то помогали? Да. А кто помогал? Поднимите руки. Раз, два, три, четыре. Ну, хорошо, ладно. Куда бы вы хотели поехать, если бы вы выиграли конкурс? В Москве. Не Египет, не Франция, не Париж. Куда? А? На Красную площадь? На коньках кататься, что ли? Да. А у нас каток. Кто ходит на каток в совхозе? Вам нравится каток в совхозе? Да. Вот видите, как хорошо. Снега нет, мороза нет, а каток работает в совхозе. Так что... Ну хорошо, на Красную площадь, понял. Четвертый вы.
4Б, да, они в бассейне. Крысу, ищем крысу. 4Б. Ёлка есть. Крысы что-то я не вижу. Розовую крысу надо найти. Вот. А, вот она крыса. Вот, классная вот крыса какая. Крыса у них пятерка. Крыска вон есть. Такая нагловатая немного, но ничего. Уже... Оформление. Уже что? Уже расслабилась. Уже крыса. Начала праздновать. Уже начала праздновать. Не, ну красиво, хорошо, молодцы. Молодцы, красиво. И видите, снеговик у них какой. Из этих, из стаканчиков. Ага, молодцы. Ага. Тоже новый учитель у нас. Так, какой год следующий? Год какого животного? Мыши. Мыши, крысы, правильно. У вас тут есть крыса, мышь? Нет. Где? Ну, да, одна какая-то скромная, я понял, хорошо. Это какой? 214, да? 214. Елку кто наряжал? Руку поднимите. Так, и, ну, чьи родители еще? Вдвоем, понятно. Втроем. Так, оформление класса тоже делали вы все, да? Да. Если вы выиграете конкурс, куда бы вы хотели поехать в Москве? Цирк, театр, там, аквапарк. На Красную площадь. На Красную площадь. На каток. Да. А кто ходит в совхозе на каток? Я. Да? И вам нравится на катке в совхозе? Ничем не хуже, чем на Красной площади. Но бесплатно. Ну, хорошо, ладно. Значит, Красная площадь еще куда в Москве? Москва-Сити. Ну, хорошо, все. Спасибо вам, с наступающим праздником. Это же класс этого класса, то есть они украшали. Да. Скажите, пожалуйста, год следующий, это какой год? Год какого животного? Крысы. У вас тут крыса есть? Кроме той? Еще, вот только она, да? Да. Хорошо. Кто украшал елку? Из вас, поднимите руки. Кто занимался украшением елки? Учитель, что ли? Родители. Ну, родители. Родители Максима, а еще Числава. Ты можешь показать, какой шарик ты на эту елку повесил лично? Да. Да, или ты не вешал на шарик на елку? Не, я помогал. Вот это натягивать. Молодцы. Хорошо. Если бы вы выиграли конкурс, куда бы вы поехали в Москве? Куда бы вы хотели поехать? В Москве. Что бы вы хотели посетить? А, бассейн. А, бассейн какой? Аквапарк. Ну, подожди, мы еще там его не запустили. Аквапарк. 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 А тут какой рядом аквапарк? Видно. Не, видно там аквапарка. Ну, ясно, я понял. Какой-нибудь аквапарк, да? Здравствуйте. Ой, какие дети. Здравствуйте. Это ваш класс? Нет. Его пятиклашки. А, пятый? Десятый уже у нас. А у них десятый, у них есть кабинет или нет? Да. У них есть, конечно. Сейчас придем туда, в ваш кабинет. Это какой кабинет? Физика. У них физика. Они, наверное, поразят нас своим украшением класса. У них там висят ботиночки. Ботиночки висят? Да. А почему ботиночки-то? Ну, сапожки. Ну, имеется в виду носки, что ли, вот эти вот? Да, валеночки. Ясно. Хорошо. Ну, вы сами зато украсились как шикарным. Я имею в виду вот эти. Так, ладно. Хорошо, а вас-то я спрошу. Если бы вы выиграли конкурс, хотя это у первых классов вы не выиграете никогда, судя по всему. Потому что ваши родители уже разленились и не украшают класс, а вы сами еще... Украсили, да? Украсили. Ну, мы посмотрим. Куда бы вы хотели поехать, если бы классом? Но не Париж, Сочи не предлагать. В Москве куда бы вы хотели поехать? В Москве. В Москве, а что такое? Да. Столица нашей родины, между. Кремль. Куда в Кремль конкретно? А? Куда? Ну чего вы, я не знаю, у вас... Океанариум. Тоже, кстати, шикарная идея. Здравствуйте. Это ваш класс? Да. Нет, это другой класс. Это другой класс? Ну, это ваш класс, да. Я... Какой? Нет, мой. Какой? 300? 303. 303. 6А. 6А. Где у вас крыса? Крыса у нас... Крыса, вон мышка сидит, вон она. Мышь. И вон там под елкой. И под елкой. И под елкой. Крыса, елка. Елки две. Так. Нет, елк много. А наряженных две. Наряженных две.
Так, пока вы здесь, скажите, если бы вас назначили победителями, то куда бы вы хотели в Москве поехать классом? Ну куда? Они везде были, наверное, уже, да? Даже. Город мастеров, океанариум, аквариум, театр, музей. Москвариум, ну, в смысле, океанариум. Чего вы такие грустные-то? Я никуда не хотите ехать, что ли? Сидим дома? Еще раз опрос. Кто ходит на наш каток в совхоз? Вам нравится каток? Да. Спасибо. С наступающим праздником. Сейчас придет 311. Кто знает, какой год, какого животного? Молодцы. Здесь крыса есть? Где она? Это вот эта, что ли? Вот крыска. Ну, она, да, он такая, не впечатлила, но ничего. Так, если бы, например, ваш класс выиграл конкурс, куда бы вы хотели поехать? В Москве. Не надо только Париж предлагать, Сочи у нас тут были. А? Куда? А что это? Что это? Это пистолетами в лазер играть. А где это находится? Лазер. Ну это для мальчишек, а для девчонок это не очень интересно. Да? Просто погулять. Некоторые хотят на Красную площадь. Вы не, да. Еще раз, лазер, как он называется? Лазер-таг. Жалко, Елена Ивановна Добренкова заболела. Если бы она была, она бы точно объяснила, что такое лазер. Она знает, что. Ладно, с наступающим вас праздником. Спасибо. Кто цветочки делал? Дети, все это. Я ничего не делала. Я ничего не делала, это не я. Уже восьмиклассники, они уже должны, конечно. Вон они стоят. Кто делал? Идите, заходите сюда. Это 8А. 8А, да. 8А. Руки поднимите, кто участвовал в украшении. О, молодцы какие. Это вы сами без родителей? Без родителей. Уже можно ставить. А где у вас крыса? А, у нас там столько крыс, вы видите? А, на стене с той стороны. Хорошо. Елку. Елку наряжали, молодцы. Так, если бы вы выиграли конкурс, куда бы вы хотели поехать? В Москве. В Москве. А? Пинбол? Это что, и девочки тоже хотели в пинбол? Пинбол. Ну хорошо, а если все-таки какая-то погода такая, пинбол не удастся, когда еще? Театры, музеи, кино, что там? А? Аквариум? Москвариум с этими животными плавать? Здравствуйте, что вы такие грустные? Улыбайтесь, все хорошо. 311. А где хоть крыса-то? Я чуть... Вон, крыса сидит. Крыса, это мы, да? Вот это вот крыса? Ну, да. Ну, старшие классы никогда не отличались. Здравствуйте. Вот хозяева вместе с хозяйкой. Хозяева? Что вы так отнеслись к украшению класса не очень? 6Б. Это 300 какой? 307. Это елка у нее, видите? Пластмассовая. Из отходов. У нас эко композиция. Эко. Да. Так, ну, из бутылок. Да. Мы 2 месяца. На уроке технологии мальчики сделали каркас из фанеры. Из остатков фанеры. Да. Потом мы начали собирать. А бутылки пластиковые, потому что у некоторых, ну, кто-то
кто пил из бутылок, они все приносили их. Потом мы их обрезали, клеили... Звезда. Клеили к каркасу, угу. Вынесли на улицу, покрасили, сделали звезду из ненужного картона и наклеили туда также крышечки. Которые тоже собирали в течение всей осени. Да. Молодцы. А крысы у вас есть? Да. Вот. У нас вот, пожалуйста, и где малышка наша? Вот. Ой, крысы у вас шикарные. Да. А еще у нас что эко? У нас новогодние композиции тоже экологические. Мы на елочных развалах насобирали остатки елочек. Пенопласт. Это ребята приносили от бытовой техники пенопласта. Вы можете приложить к себе, как композиции, как эта елка сорвалась. А это новогодние из пенопласта. Вон они висят, хорошо ребята сделали. От бытовой техники. Коробки, знаете, когда для уплотнения создаются? Как они пенели, да, но скорее. Ну, это, конечно, с помощью взрослых. Это 6-й Б у вас? Да. Это 6-й Б, они молодцы, потрудились классно руководить. Вот, поэтому у нас целый проект. За оригинальность вам пятерка сразу. Эко-проект, да. Молодцы. А вот у нас... Итак, это ваш класс, вы его украшали? Да, да, это они хозяева. Покажите символ года. У меня такое ощущение, что ценник специально не сняли, чтобы потом опять вернуть в магазин. Экономно. Молодцы. А кто украшал елку? Где елка? Кто ее украшал? Сами? Неужели родители не привлекали? Только за это уже пятерку можно поставить. Хорошо, если бы вы выиграли конкурс, куда бы вы хотели поехать в Москве? Египет, Турцию, Париж не предлагать. В Москве куда бы хотели поехать? Ну хорошо, я вам начну напоминать, что есть в Москве. Музей, театры. Еще раз. Какой? Я попросил бы не провоцировать, у нас столько денег нет. Не знаю, некоторые хотят в пинбол играть, некоторые в аквапарке купаться. Вы куда хотите? В музей я услышал, куда еще? Принято. 310. Ой, 309. Крыса оригинальна. Елка не оригинальна совсем. Ну как получилось, да? Украшения? Ну все сами. Все сами. Ну, у меня мальчики вешают 7 класс, вот это все сами. Уже сами все делают. Все сами у меня делают. Это, в принципе, новогодние на ну хорошо, опросим вас, поскольку никого нет. Если бы выиграли конкурс, куда бы хотели поехать? Дед Мороз. Ну вы же знаете, я бы что-нибудь это какой-нибудь образовательный ресурс бы сделала. Сейчас что же это? Есть квесты и так далее. Ну, где это? Что это? Ну а что? Мне очень нравится ресторан английский дом. Кстати, очень вспоминаю, когда нас вот в имение отправляли с ветеранами, они меня сейчас просят совместно опять, говорят, давайте сделаем что-нибудь, поедем. Ну, а куда, в какое? Я не помню, куда мы ехали. А вы нас отправляли, мы это ездили, куда в имение это? Куда-то под Калугу. Я аж 2 автобуса вывозила, да, под Калугу. Под Калугу. Да. Комиссия за работой. Все? Спасибо вам. Пойдемте в 10-й. Я бегу. Все. Спасибо. Здравствуйте, 10 класс. Сказали, что сюда надо обязательно зайти и посмотреть, как вы прекрасно присаживаетесь. Здравствуйте. Предлагаю вам правильно взять орешек крокоту. А в нем должен быть сюрприз. Орешек крокоту. Крокоту. Ну, пока не открываю. Это у вас крыса такая. За крысу вам 5. Сапожки маленькие. Так, где у вас этот... Елка, елка. За оригинальность вам 5, за елку 3. Вот если бы одного одели в крысу, другого в елку, вот это я понимаю, был бы эффект. Так, если вы выиграете конкурс, куда бы хотели поехать? В Москве. Куда? В океанариум, да? А что ты сказал, что тут есть какой-то сюрприз, а тут кроме ничего нет? Я думал, тут какая-нибудь штучка такая. А это нужно вытащить один орешек в одном из них. Он только в одном из них. А, в одном из них. Нет, мы столько не съедим орешков. Значит, я понял, что океанариум подойдет, да? Ну хорошо, а
вы же 10 класс, у вас еще целый год впереди. Вот они 10, вон они 10. А, вон они 10, а вы 11? Они вот соседние. То есть вы уже со школы решили попрощаться. Поскольку вы 11 класс, и вам уже терять нечего, скажите, чего в школе не хватает? Не бойтесь, Татьяна Геннадьевна ничего не слышит. Все замечательно. А ты бы какой хороший. В дипломаты пойдешь. Так, ну ладно, я понял, что этот вопрос мы задали зря. Буфета, да? Серьезно? Буфета не хватает? Да. Но мне кажется, нет, нас это уже не себя касается, а вот остальных. Так я поэтому вас и спрашиваю, потому что это, ну, вы на будущее же уже. Буфета не хватает, нужно буфет сделать. Папа работает, вот эта воздушка. Так, это так, кто этот класс? 11 класс, который сидел там, это их кабинет. То есть они здесь? Вот они пришли. Вот, вот, они вот здесь пришли, вот, да? Они... А где у вас крыса, вот кроме этой? А он на елке висит. А, ну та еще. Да. Нет, а он на елке висит с сыром. А, ну молодцы, молодцы. На елке с сыром. Это какой кабинет? 300? 101. А, 101. Вот если бы вы выиграли конкурс, куда бы вы хотели поехать? Лазер? Лазер так. Это у меня восьмой год? Второй класс уже хочет лазер так. Ну, они в прошлом году выиграли, поэтому они ездили, когда они были в семье. А вы ездили тоже в прошлом году туда? И как вам там понравилось? Поднимите руки, кто за парк зарядья? А кто за лазер? Так. Все понял. Все, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Танцуйте, танцуйте. Здравствуйте. Это шестой Б технолог. Вы садитесь. Это их класс? Нет. А чей? Шестого класса, а это седьмой. Это шестой Г. Елка оригинальная. Молодцы. Крыса. Вот сидит на лавочке. Я думаю, вот сидит крыса. Думаю, где? На лавочке. На лавочке. Крыса на лавке. На лавочке. Крыса на лавке есть. Так, пока вы здесь, скажите, если бы кто-то из вас выиграл конкурс классом, куда бы вы поехали? Ну, в Москве, а то Париж, Сочи. Нет, Париж, Сочи у меня нет. А куда? Не-не, подождите. А, конкретно? Нет, вот вас. А, седьмой класс спрашиваете? Седьмой класс. Куда бы вы поехали на экскурсию в Москве? Не на экскурсию, а куда? А что вы? Что хотите? Вы правду скажите. Аквапарк? Аквапарк. Ну, вы третий, кто аквапарк хочет. Подарок не полагается. Не украсили их столовую? А нам некуда. У нас ни одного стола. Мы раньше на столы ставили. Нет, надо было вот тут повесить. Потому что, а видите, какой низкий потолок сейчас здесь приходит? У нас вообще ни одного свободного места. Грустно как-то все. Нет Нового года. Значит, за первое место поездка. За второе место 27 крыс. Которые с подарками, да. А за третье место два ящика мандаринов.